Всем доброе утро! Привет! О, первый мне написал. Привет, ребята! Как ваше настроение, как ваши дела? Напишите мне обязательно. Сегодня у нас с вами 9-я тренировка. 9-я, представляете? Как быстро на самом деле бежит время. Мы с вами уже какую? Третью неделю, да? Тренируемся. И, вы знаете... Я вам признаюсь честно, я вчера решила покачать немножко пресса. И так покачала, что сегодня еле хожу. Вот, то есть я нормально вчера отдала. Я надеюсь, что вы тоже вне наших с вами тренировок уделяете внимание еще своему телу. Я надеюсь, что вы все правильно кушаете, да, как мы с вами и договаривались. Потому что мы же хотим быть красивыми. Карантин-то когда закончится, все равно же у нас лето нас-то впереди ждет. Вот, еще весна у нас, вот, теплая, май будет классным. Так что я надеюсь, что вы уделяете все-таки внимание питанию. А это 70% успеха на самом деле. Хочу, чтобы вы все добавились, и мы с вами начнем тренировку. Итак, сейчас я выставлю, сейчас, секундочку. Такие интересные мне сообщения пишут, я даже не буду этого озвучивать, если честно. Я надеюсь, что вы все здоровы, я надеюсь, что вы в хорошем настроении, что вы, да, находитесь на позитивной волне. И мне было, кстати, интересно, что вы успели сделать на карантине полезного, ну, помимо наших с вами тренировок. Напишите мне, пожалуйста, либо здесь, либо под постом, вот, что вы успели сделать полезного на карантине. Я не знаю, там, помогли маме, там, помогли, не знаю, брату, сестре, родителям, вот, в чем-то. Почему не сохраняю эфир? Я сохраняю эфир, солнышко, я всегда сохраняю эфир. Итак, я вижу, что вас уже стало больше, и мы, и мы, ага, привет, все, добавляйте, ребят, добавляйте, всем доброе утро, я очень рада вас всех видеть. Друзья, начинаем мы с обычной разминки, собственно, как всегда, вот, у нас сегодня, мы тренируем с вами сегодня наши ручки, угу. Поехали, итак, голова, раз, два, три, четыре, пять, в другую сторону, раз, два, три, четыре, пять. Плечики. Раз, два, три, четыре, пять. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять. Ручки. Раз, два, три, четыре, пять. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять. Локти. Раз, два, три, четыре, пять. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь мы делаем махи руками. Раз, два, три, четыре, пять. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять. Бедра. Раз, два, три, четыре, пять. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять. Так, колени. Раз, два, три, четыре, пять, в другую сторону, раз, два, три, четыре, пять, еще раз, раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять, так, стопы, раз, два, три, четыре, пять, в другую сторону, раз, два, три, четыре, пять, вторая нога, раз, два, три, четыре, пять, в другую сторону, раз, два, три, четыре, пять. Ну, вы можете еще сами разминаться. Вдруг вы чувствуете, да, где вы чуть-чуть залежали, какой бачок. Друзья, значит так, мы с вами начинаем наше с вами первое упражнение. Это пружинка ручками. Мне очень-очень важно, чтобы вы правильно делали, иначе не будет никакого результата, вы ничего не почувствуете, скажете, что-то Настя там какую-то фигню показывала. А важно чувствовать. Значит, смотрите, мы с вами делаем такое упражнение. Мы вытягиваем ручки вперед максимально
напрягаем их максимально. Ладошка тоже у нас идет вперед. И мы делаем вот такую вот пружинку. Представьте себе, что это такая у вас, значит, две руки, что это одна длинная палка. И надо очень-очень внимательно это делать. Итак, значит, мы делаем минутку, 30 секунд отдыхаем. Делаем таких три подхода, как всегда. Вот, и посмотрим, включатся ваши ручки или нет. Но 100% должны включиться, если вы будете делать все правильно. Ага, сейчас, секундочку. Поехали. Вытянули ручки, напрягли их максимально. Боже, у меня уже включились. И делаем такую пружинку. Стоим, работаем, нам надо включить все это дело. Итак, мы уже 40 секунд осталось. О, у меня печет очень сильно. Максимально напрягите ручки. 30 секунд осталось. Дышим. Когда дышишь, легче. Дышим. 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 Осталось 15 секунд. Умнички. Держим. Это достаточно сложное упражнение. И... 5, 4, 3, 2, 1. Ух тышка! Прям включились руки. Друзья мои, вот пока я разговаривала, я хотела, чтобы вы мне писали. Вот сейчас вот я не понимаю, вы работаете вместе или вы просто лежите, валяетесь на диване и пишете мне сообщение? Так, у нас осталось 10 секунд отдыха. И мы делаем еще раз пружинку. 2, 1, поехали. Леша, привет. Привет. Доброе утро. Осталось 40 секунд. 40 секунд. Умнички. Молодцы. Ай, у меня очень печет, честно. 30 секунд осталось. Боже мой, я уже не могу ими. А! Блин. 20 секунд. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. 15. Все, я уже не справляюсь. О, боже мой. И 10. 5. 4. 3. 2. 1. Ого. Ого-го. Я давно этого не делала, кстати. Потому что в тренажерном зале в основном же, да, ты помогаешь себе разными утяжелителями, разными тренажерчиками. Леха вернулся с пробежки. Итак, у нас осталось 10 секунд. И мы с вами делаем третий подход. Нужно, чтобы оно у вас так пекло-пекло. Поехали. Плечики надо опускать вниз. Обязательно. Осталось 45 секунд. Умнички, делаем. Кому тяжело, может делать чуть-чуть меньше пружинку. Кто может, продолжаем. 30 секунд осталось. Ух ты ж, блин. Нифига себе. А! Боже, как печет. О! Печет, печет, печет. 20 секунд. 20 секунд. 10. 5, 4, 3, 2, 1. О, Господи! Ну, если вы делаете все правильно, тогда у вас должно быть то же самое, что и у меня. Хо-хо-хо-хо. Так, отдыхаем. Следующее у нас упражнение, мы с вами его еще не делали.
А это такое необычное упражнение. Мне кажется, никто из вас его не делал. Как оно абсолютно простое в том плане, что они все повторяются, да, потому что выдумать велосипед просто невозможно. Просто она по-другому решила я сделать отжимание. Сейчас мне надо немножечко отдохнуть, потому что реально я прям так усиленно тут только что пружинила. Итак, мы делаем с вами отжимание. И просто с таким небольшим накатиком. Сейчас я вам покажу. Лёшка, вот так придешь, поздоровайся. Я поздоровался уже, все нормально. Итак, друзья, хорошо. Делаем с вами такое следующее упражнение. Садимся на коленки. На коленки. И делаем такой перекатик. Отжимание, перекат назад. Отжимание, перекат назад. Я надеюсь, что вам всем понятно. Нам уже пора начинать. Мы делаем это 15 раз. Потом делаем с вами отдых. Итак, поехали. Поехали, поехали, поехали. И раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Еще пять раз. Раз, два, три, четыре, пять. 15 раз сделали, молодцы. 30 секунд отдыхаем. И приступаем ко второму подходику. О, я не знаю, как вы, но я уже вот на втором упражнении прям хорошо чувствую руки. У нас там много разных с вами еще упражнений. Смотри, а все пишут и пишут. Посмотри, какие лентяи, ай-яй-яй. А ну-ка все занимайтесь, блин. Друзья мои, ну что? Ну что, все, приступаем. Значит, делаем перекатик. Итак, 15 раз. Поехали. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Еще пять. Раз. Два, три, четыре, пять. 15 раз есть. Умнички. 30 секунд отдыхаем. У нас остался с вами третий подход. Я надеюсь, что вы сидите дома. Я надеюсь, что вы придерживаетесь карантина. Это очень важно, потому что хочется, чтобы этот карантин уже закончился. А закончится он может только тогда, когда мы все сядем дома, вот, и будем в безопасности, и переждем, скажем, этот вирус, чтобы никто не заболел. Итак, поехали. У нас с вами третий подход. Поехали. Так. И раз. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, дышите, девять, десять, еще пять, поехали, пять,
4, 3, 2, 1. Е-е-е! Второе упражнение тоже мы с вами закончили. Молодцы! Ой, блин, так нормально включились ручки. Следующее упражнение, мы опять с вами возвращаемся к пружинке, только мы делаем ее не пружинку, а круги. Значит, ручки надо будет опять тоже выровнять вот так, так, чтобы мне было видно. И мы делаем с вами круги. Надо обязательно, когда делаете, прям напрячь, вот так, прям очень хорошо напрячь ручки, иначе просто не будет результата. Мы делаем 30 секунд в одну сторону и 30 секунд в другую сторону. Сейчас мы еще чуть-чуть отдохнем, попейте воды, наконец-то оно у меня есть. У меня, представляете, не было 4 дня Wi-Fi. Вот. И, в принципе, в обычной жизни как бы он особо не нужен. Ну, я имею в виду, что можно пережить без него, там читать книгу, в общем-то, попридумать всего. Вот, и съемок очень много у меня, потому что для вас готовлю многие там разные сюрпризики. Вот, но надо же работать, потому что этот весь материал-то надо отправлять, да, все время находиться с вами на связи. Вот, и было достаточно сложно, потому что только в одном месте есть 3G, собственно, где мы с вами проводили в прошлый раз тренировку. И вот, наконец-то, у меня включился интернет. Да, просто на карантине, сидя дома, еще без интернета, вы представляете, да? Итак, попейте водички. У нас с вами следующее упражнение, я вам его уже показала. Сейчас буду делать, вы еще увидите. Делаем минутку. Значит, 30 секунд в одну сторону, 30 секунд в другую сторону. Поехали. Вытянули ручки. Круги. Натяните, обязательно натяните руки, иначе не будет в этом смысла никакого. Понимаете? И делаем круги. Рисуем кружочки такие. Мимуси, давай с нами. Так, умнички. Еще делаем 3 секунды в эту сторону. И меняем в другую теперь сторону. 30 секунд в другую сторону. О, пошла жара. Дышим. Осталось 10 секунд. Три, два, один. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ой, хорошо как, ой же ж хорошо-то как, ничего себе. Так, 20 секунд у нас осталось отдыха, и мы с вами делаем еще один подход. Вот Мила тут передает привет. Привет вам передает. У Мимуси тоже был сегодня спорт, Лешка бегал, и Мамуся с ним тоже 3 километрика пробежалась. 3, 2, 1. Поехали. Вытянули ручки, натянули их хорошенечко, чтобы они были как тугая такая палочка. Делаем в одну сторону 30 секунд, и потом в другую сторону тоже 30 секунд. Работаем. При этом надо, чтобы вы были не расхлябаны. Сконцентрируйтесь, пожалуйста, на ручках, и все туда внимание свое отправьте. В другую сторону. В другую сторону. Молодцы. Терпим. Терпим. 20 секунд. Пятнадцать. Десять. Еще крутим. Три, два, один. Вау! Ух ты, что ты, что? Я... Можно вот так немножечко расслабить ручки, помахав ими. Итак, осталось 15 секунд отдыха, и мы приступаем к третьему подходу! Молодцы! Ух ты!
Слушайте, ну прям у меня печет, честно. Так, 5, 4, 3, 2, 1. Вытяни ручки. Поехали. Круги в одну сторону 30 секунд и в другую тоже 30. Осталось 10 секунд в эту сторону, и потом меняем. В другую. Дышим. 20 секунд осталось. Десять. Три, два, один. Умнички. Давайте друг другу похлопаем. А мы не можем похлопать, потому что руки болят. Итак, следующее наше с вами упражнение — это армейские отжимания. Ну, обычно их делают от какой-то перекладины, от лавки, можно от лестницы, в общем-то, от кровати можно, от чего угодно. Вот. Но мы сегодня с вами сделаем без помощи других предметов. Вот. Я вам покажу, как сделать армейское отжимание просто на коврике. Сейчас я немножечко отдохну, и мы с вами будем делать. Вы тоже попейте воды, если нужно, сходите в туалет. Чуть-чуть отдохнем с вами. Болит, да, умнички. Болит, и у меня тоже очень болит. Вообще, я хочу убрать бока. Мой солнышко, ну, бока убираются только питанием на самом деле. Ну, как бы тренировками, конечно, тоже, но в основном это, конечно, питание. Вот питание шлифует очень хорошо тело. Вот. Что такое питание? Это пятиразовое питание в день. 5-4 раза в день нужно питаться с вами. На самом деле, об этом очень-очень много статей. Вот. Как правильно раскрутить свой метаболизм, чтобы он у вас завелся, вот, и, собственно, ваше тело начало сбрасывать объемы. Болит ужас, болит, очень болит. Я знаю, что болит, но это же клево, потому что нам же нужен результат. Что же мы тут с вами собрались просто болтать? Нет тушки. Итак, поехали дальше. Значит, мы делаем с вами армейские отжимания от пола 20 раз. Сейчас я вам покажу, и потом мы с вами приступим. Так, чтобы меня было видно. Значит, мы садимся на пол. Ручки, вы видите, смотрят прямо. Это обязательно. Значит, ножки наши подняты, стопы. Вот, на себя. Поднимаем таз, чтобы он нам не мешал, и делаем вот так вот армейские отжимания. 20 раз мы делаем, 30 секунд отдых, и таких у нас 3 подхода. Ну что, начнем с... Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Ой-ой-ой-ой-ой. 30 секунд отдых. Можно чуть-чуть потянуть руки, потому что они забиваются, естественно. Знаете, я не знаю, как вы, но я очень чувствую. Это мы сейчас с вами прорабатываем трицепс. Итак, у нас осталось 10 секунд, можно потихонечку опять садиться на коврик, готовиться в позу и приступим. У нас второй подход. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, еще 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 20. Ой-ой-ой. У меня очень сильно печет.
Очень-очень печет. Так, сейчас я засекаю время. 30 секунд отдыха. 30 секунд отдыха. Что я вчера перетренировала пресс. Я такое там вытворила, вы не представляете. Я просто с дуру решила, я же не просто тренируюсь в понедельник, среду и пятницу. Естественно, я делаю это и во вторник, и если там четверг делаю себе выходной, в субботу тоже тренируюсь. То есть я 5-6 раз в неделю, в зависимости от того, как я себя чувствую, потому что бывает так, что нагрузишься и тяжело. Вот. Я занимаюсь. Так что вы тоже знаете, что можно сделать? Сейчас мы сделаем с вами подход, и я вам кое-что расскажу. Угу. Поехали на пол. Поехали. Встали в нашу позу. Носки на себя. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Мамочка, дорогушечка. Значит так. Те дни, когда у нас нету тренировок, знаете, что есть очень, скажем, простые и очень быстрые такие упражнения, которые точно приведут ваше тело в тонус, если вы будете делать это регулярно. Вообще, в принципе, все, что мы делаем, мы должны делать регулярно, тогда будет результат. Например, вот вы проснулись, и даже еще не завтракав, возможно, зубы не чистя, спустились с кровати на пол и сделали планочку. Планочку впереди. На локтях минутку, на боковую на одну сторону, боковую на другую сторону, и сзади тоже на локтях. Вы укрепляете мышцы кора, вообще включаете полностью свой организм. Кто хочет, тот доделывает, там еще пресс, я не знаю, вот, и так далее. Но, тем не менее, вот хотя бы делать каждый день, делать планки, вот 4 планки, это уже включает ваш организм, поверьте, и вы, скажем, здоровее, ваше тело в тонусе будет обязательно, вот. Ну и, соответственно, время можно тоже расширять, то есть вы там начинаете, допустим, вы начинаете с 30 секунд, потому что это достаточно сложно. Вот вы 30 секунд стоите. Потом, там, типа, через пару дней вы делаете минутку, еще через там, или сколько вам нужно времени, делаете 1,5 минутки, вот. Это очень классная штука, вот, это такое, скажем, легко, не занимает много времени, вот, но тем не менее оно очень хорошо прорабатывает ваш организм. Итак, друзья, мы с вами сделали 3 подхода армейских отжиманий, и нам предстоит с вами следующее упражнение. Значит, мы стоим с вами в планке, делаем минутку, ага, мы стоим с вами в планке с коленей. Значит, мы делаем минутку, 30 секунд отдыха. Я вам покажу. Значит, мы в планке с коленей, мы ложимся полностью, у нас ручки на разных уровнях, по диагонали. Поднимаемся, меняем руки, опускаемся. Поднимаемся, меняем руки, опускаемся. Сейчас все вам будет понятно. Так. Наверное, сейчас, чтобы вам было видно меня. Секундочку. Итак, мы делаем минутку, 30 секунд отдыха. Значит, планка с коленей. Руки на разных уровнях. Опускаемся. Поменяли ручки. Поднимаемся. Все понятно? Надеюсь, что все понятно. Итак, стартуем. 1 минутка. Мы делаем так. Поехали. 3, 2, 1. Поменяли ручки, встали. Поменяли ручки, дышим, обязательно дышим. Умнички. У нас осталось еще 30 секунд. Не останавливаемся.
Мне уже тоже немножко тяжело. 10 секунд осталось. Три, два, один. Так, 30 секунд отдыхаем. Вы не лежите на коврике, вставайте. Нужно ходить, попить воды. Обязательно. Полежите потом после тренировки. Угу. Можно чуть помахать ручками, чтобы они расслабились. Так, молодцы. 10 секунд у нас осталось. Становимся в нашу планочку. Готовимся. 3, 2, 1. Поменяли ручки, встали. Я, честно говоря, уже устала. Понятно. О, прям загрузились. И вы чувствуете? А ну напишите, чувствуете, чувствуете? Обязательно напишите, мне важно. Я просто все время так стараюсь делать, чтобы, скажем, было среднее между сложным и легким. Вот. Но, блин, никогда не угадаешь, потому что мы все разные, с разной подготовкой. Ой-ой-ой, поехали. Поехали, поехали. Дышим. 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 О! Уже что не дышим. Включили руки. Уже сложно. А, друзья, я надеюсь, что вы там держите, что у вас все, что вы получаете удовольствие. Вот что самое главное. Это странно, конечно, звучит, но на самом деле наступает тот момент, когда ты получаешь удовольствие от спорта и от того, что ты делаешь. Итак, мы с вами чуть-чуть отдыхаем. У нас следующее с вами упражнение. Угу. Сейчас я поменяю эти упражнения, потому что сложно будет делать. Сделаем чуть-чуть полегче. Мы с вами уже его делали практически в самом начале нашего тренировочного пути. Вот давайте чуть-чуть еще отдохнем, попьем воды. Следующая тренировка у нас будет такая, я придумала, сложненькую. Так что давайте кайфовать от просто прокачки рук. Кому нужно сходить в туалет, потому что сейчас у нас начнется еще одно упражнение. Руки горят, и это божественно. Так, пожалуйста, сохраните эфир. Солнышко, я всегда его сохраняю, всегда-всегда. Ну что? Давайте перейдем к нашему следующему упражнению. Мы садимся на коврик. В позе садимся.
Становимся в позе собачки, кошечки. Ну, в такой позе, вы поняли, стиль собачки. И поочередно по диагональке отрываем ручку и ножку. То есть там, где правая рука, левая нога, левая рука, правая нога. Я думаю, что вы помните это упражнение. Мы делаем с вами так минуту, а потом 30 секунд отдыха. Итак, поехали. Становимся. Знаете, когда очень сильно поработаешь, какое-то, скажем, такое несложное упражнение, потом тебя просто добивают. И вот я думаю, что сейчас оно так и будет. Ну что, готовы? Starting session. Поехали. Противоположная рука и нога. Ага. О, у меня крепатура еще с попы. Ручку, когда отрываем, тянем ее вперед. Тянем вперед. Она должна быть ровненькая, чтобы вы чувствовали. Дышим. Осталось 30 секунд. Осталось 20 секунд. Работаем. Натягиваем руку обязательно, выравниваем ее. 10 секунд осталось. 5, 4, 3, 2, 1. Сейчас отдыхаем. Обязательно отдыхаем. Можно себя вот так вот пожамкать. Ручки свои. Сегодня вроде дуже круто, скажите, мне тоже дуже подобается, если честно. И так вроде ты не бежишь, не делаешь никакого кардио, уже такая дышечка, так щечки порозовели. Коман, мы продолжаем дальше. Итак, натягиваем ручку обязательно. Работаем еще 25 секунд. Умнички. Дышим, не забываем дышать. Встаем с коврика, чуть походим с вами, чуть отдохнем, 25 секунд у нас осталось отдыха. Мы делаем с вами третий подход. Божечки, что ж так сложно-то, ё-моё, вот это нормально нагрузились. Я там, конечно, прилично еще написала упражнения, но боюсь, что мы сегодня с вами их не доделаем. Ну что, поехали. Вытягиваем ручку, стараемся, посылаем наши мысли в то место, которое мы с вами прорабатываем. Молодцы. Секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Мы молодцы, давайте друг другу похлопаем.
Мы сделали с вами 3 подхода. Мы вообще с вами уже тренируемся 40 минут. Представляете, какой у нас плодотворный сегодня вообще? Ну, правда, мы всегда так делаем, но я просто именно конкретно ручки. У меня просто на самом деле они слабее. То есть мне легче делать пресс. Вот, я даже очень люблю тренировать ноги, попу. Но руки... Я вообще, когда первый раз начала работать над ними, я чувствовала, что какие-то куриные лапки. Знаете, мне тяжело вообще держаться за штангу, у меня очень слабые. Вот. Но с годами, естественно, я это все укрепила, это стало лучше. Вот. А вот это все, скоро все. Друзья, как убрать объем попы? Ну, дело в том, что объем попы убирается, повторю, как и бока, и все убирается питанием. Вы понимаете, что именно вот эти лишние, скажем, подъедания, которые на карантине, когда смотришь фильм, вот это и мешает убрать все объемы. Если вы, конечно, придерживаетесь правильного питания, значит, кушаете ли вы если вы 3 раза в день питаетесь, то это не разгонит ваш метаболизм. Вот, для этого нужно сократить порции и питаться чаще. Вы мне спрашиваете, какая апка у меня стоит считать наше время, да, когда она называется Табата. Я ее очень люблю, она мне очень давно, вот, она выглядит и написана Табата Про, вот, и там желтый, зеленый и красный цвет нарисован. Итак, следующее наше с вами упражнение, такое прикольное, я подглядела его. Значит, мы с вами ложимся на один бок. Значит, на боку, на котором мы лежим, мы этой рукой обнимаем себя, а вторую ручку мы ставим и, получается, поднимаемся. То есть работаем, получается, вот здесь, на вот эти мышцы. Вот, мы сейчас, я, честно говоря, я репетировала перед тем, как с вами тренироваться, вот, но ни разу сама это упражнение не видела, я его подсмотрела в интернете. Итак, сейчас еще секундочку, мы чуть-чуть переведем дух и приступим. Мы будем делать так с вами 15 раз на каждую ручку. Перерыв будет 30 секунд, как всегда, и делаем 3 подхода. Попьем воды. Сейчас я вам так коврик хочу выложить, чтобы вам было хорошо меня видно. Чтобы вы увидели, как это упражнение делается. Значит, показываю еще раз. Мы ложимся с вами на бок. На руке, которой лежим, мы обнимаем с вами себя за талию. Вторая рука у нас стоит на полу. Голова не болтается, не валяется, а голова тут тоже в напряжении, можно сказать, да, включена. Итак, и поднимаемся на руке. Понятно? Делаем так 15 раз. Только вы не поднимаетесь за счет пресса, он тоже будет включаться, боковой пресс. А все-таки старайтесь подниматься за счет руки. Ну что, друзья, поехали? 15 раз. Потом меняем руку и делаем отдых 30 секунд. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Поменяли ручку и поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 30 секунд отдыхаем. Это упражнение, поскольку оно новое, вам надо его действительно почувствовать. Вот, потому что можно подниматься за счет бокового пресса. Вот. А можно подниматься только на руке. Он все равно у вас будет включаться. Но в любом случае вы должны чувствовать, да, что вы себя поднимаете рукой. Ну что? Я не понимаю, что не засекла время.
сколько прошло. Но я думаю, что мы можем уже приступать. Поехали. Ложимся. Ложимся на бочок. Обнимаем себя одной ручкой, на которой лежим, за талию. Вторую мы поставили на пол. И поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Еще пять. Раз, два, три, четыре, пять. Поменяли руку. Смотрите, я вам еще подскажу. Когда вы это делаете, тут работает трицепс. Когда вы это делаете, должны подниматься не вот так назад, а наоборот больше вперед. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, еще 5. Раз, два, три, четыре, пять. О, хорошо-то как. Ой, как хорошо. Ну вот, трицепс включается, вот тут вот боковушечка. Здравствуйте, кто-то написал. Ну, здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Что-то вы присоединились достаточно поздно. Где найти сохраненные тренировки? Ну, дело в том, что вы сможете... Я сохраню для вас тренировку, и сегодня вы сможете потренироваться, если вдруг вы это пропускаете. Итак, у нас остался еще третий подход. Я надеюсь, что вы отдохнули, перевели дух. И поехали. Поехали, поехали. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Поменяли сторону. Осталось еще 15 раз. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. 15. О, что-то я устала, друзья мои. Ой, классный воркаут у нас получился. Я надеюсь, что вам понравилось сегодня. Обязательно пишите мне, потому что от этого зависит вообще, что я буду готовить вам на следующий раз. Но я уже, конечно, запланировала. На следующий раз у нас с вами 10-я тренировка. И я хочу с вами сделать кардио, как мы сделали это... когда в прошлую среду, по-моему. Вот, потому что после этого была крепатура на все тело. Это был такой классный воркаут. У меня были такие пунцовые щеки. Очень многие писали, что чуть не умерли на этой тренировке. Но в этом же крутяк вообще. Итак, друзья, ну, завершить нашу с вами историю я хочу пробежечкой. На ровном месте, с ручками, вот так вот, чтобы вы хорошо ими поработали. Мы делаем с вами 2 минутки, и на этом мы с вами сегодня заканчиваем нашу тренировку. Но поработать 2 минуты надо хорошо. Итак, готовы? Поехали! Starting session. 2, 1, бежим на месте. И руками хорошо работаем. Даже руками больше работаем, чем ножками. Осталось 1,5 минуты. Бежим на месте.
Еще бежим. Бежим, не останавливаемся. Ребята, надо поставить жирную точку к нашей сегодня тренировке. Минутка осталась еще. Еще минутка. Ой, ручки пекут. Молодцы. Умнички. Бежим. Сорок пять секунд. Еще бежим. Можно чуть-чуть ускориться даже. 30 секунд. Дышим, не забываем дышать. Двадцать секунд. Еще бежим. 15. 10, 3, 2, 1. Я чувствую, что сегодня была классная тренировка. Она была не грузящей, при этом хорошо прорабатывающей. Ой, вон я мокрая даже какая, смотрите. Я надеюсь, что вам понравилось. Повторюсь в который раз. Пишите свои комментарии, мне очень важно. Помните, что карантин на самом деле это классное время для того, чтобы уделить его себе. И те вещи, на которые у вас не хватало времени, теперь у вас его сполна. Так что вы главное, держитесь на позитивной волне, вы главное. Не переживайте, не паникуйте, все будет хорошо. Потому что как мы себя настроим на самом деле, все ждет от головы нашей, да? Так оно и будет. Поэтому, друзья мои, хорошего вам всем настроения. Мы с вами увидимся в пятницу. Я вас очень люблю. Если вы вдруг выходите из дому за продуктами, либо там помочь своим родным, будьте осторожны. Принимайте все меры предосторожности. Обязательно пользуйтесь, мойте руки с мылом, если есть, протирайте их спиртом, вот, да, все дезинфекторами и так далее. Вот. И, конечно же, спасибо вам большое за то, что вы являетесь моей мотивацией.